До ближайшей черной дыры 3000 световых лет. Кодовое название этой двойной звездной системы, где находится черная дыра, V616 Единорога. Ее масса превышает наше Солнце в 5 раз. Дыра-вампир питается веществом своей звездной соседки. Время от времени это приводит к мощным выбросам и ярким вспышкам. Последний раз такой выплеск энергии был зарегистрирован в 1975 году в советской орбитальной станции «Салют-4». Ученые считают, черные дыры значительно ближе, чем мы думаем. Однако обнаружить их можно, когда они поглощают соседей, выдавая свое присутствие. Поэтому многие из них остаются невидимыми.